Продолжаем выпуск. С 1 октября в областном онкологическом диспансере проходит месячник по охране здоровья женщин. Среди прекрасной половины населения самое распространенное заболевание – рак молочной железы. С ним в регионе на учете стоят 2049 женщин. О профилактике и ранней диагностике заболеваний наш следующий материал. Сейчас в нашем регионе на учете в онкологическом диспансере стоят почти 10 тысяч человек. Чуть больше половины из них – это люди пожилого возраста. Женщины болеют немного чаще мужчин – 52% против 48%. Ежегодно в октябре в онкодиспансере проводят месячник по охране женского здоровья. В этом году на учет с раком молочной железы поставили 161 североказахстанку. Причиной рака молочной железы является гиперэстрогения, то есть нарушение гормонального баланса в пользу женского полового гормона эстрогена, да? То есть, а вот проявления этой гиперэстрогении, они могут разные быть. Нужно дважды в год проходить профилактический осмотр у мамолога, делать УЗИ молочных желез. При болях и других симптомах сразу обращаться к врачу. Сделать это можно будет и в дни открытых дверей. В областном онкодиспансере он пройдет 26 октября с 9 утра до часа дня. Эти осмотры дают возможность ранней диагностики на первых стадиях, что значительно потом влияет на тактику, на эффективность лечения. На скрининг мы приглашаем население женщин с 40 до 70 лет с интервалом для каждой женщины 2 года. За 9 месяцев этого года в Североказахстанской области отмечается рост онкологических заболеваний на 12%. Если в 2018 на учет поставили 1318 человек, то в этом 1476. По мнению врачей, все чаще рак стали распознавать на ранних стадиях, а это значит, у пациентов есть больше шансов на выздоровление. Алена Хан, Казбек Арыкбаев, новости МТРК.